Все, мы начали. Так, с чего бы начать? Может, всем привет скажешь сначала. Всем привет. Сегодня будем смотреть твои постройки. С чего будем начинать? Да. Фуникулёр обновлён, он уже на стриме был, конечно. Но его лучше детально рассмотреть. А что в нем изменилось? Некоторые функции я не показал. Нет, я просто некоторые функции не показал. Ну, давай поставь. Ну, тут изменилось только, тут теперь есть два отделения и... Теперь меньше колес. И все. Да, как в поезде. Нет, колес, в принципе, столько же, я просто некоторые невидимые сделал, чтобы красивее было. А, ну ладно. Ну все, я тогда забираюсь. И дверь тут рабочая или не рабочая? Рабочая, там с стороны рычажок есть. А снаружи нельзя поставить кнопку тоже. Оно как-то неудобно так. Ну, снаружи как-то некрасиво бы выглядело. А куда мне идти нужно? Ну, спереди опять кресло водителя. Пойди вперед. А сзади тут уже. О, ну, я буду впереди сидеть. Из функции всё, поехали. Него, это открывающаяся дверь. И функция автопилота. Как ну и ускорение. Как это автопилот? Включи автопилот. Да, все. А что ты сделал? Тут рычажок стоит в кабине пилота. Ну, водителя. Ты даже не сидишь, он само едет. Беспилотный фуникулер. А ускорение как включать? Но это уже нужно быть водителем. Ладно, пусть на автопилоте будем. Давай, турбоускорение, стой, я на стульчик сяду. Поехали. Ну, сейчас получше летает, а то прошлый фуникулёр он брал и падал сразу. Все, мы уже в конце. Да. Тут сальто. Падаем, как и раньше. Выпрыгиваем. Ой, я лысый. Стой, смотри, наверху птичка. Ну, ладно. Не прокатит. Я рассетую ещё. Так, ну давай дальше. Так. Вон тут костюм космонавта, я видел. Прикольный был. А, ну да, все, это вот новый грузовик мой. Он, в принципе, похож как на грузовик Кримсона, но более проще. В принципе, все очень похоже. Просто решил повторить, тот мой был очень кривой. Ну, механизм прицепления стандартный. Просто гарпун. Этот гарпун. Давай, цепляйся. Ну вот, в принципе, простой, это удобный. Так, ну давай я попробую поводить. Только там задние колеса не едет. Ну да, но особо не мешает. Так как ты так развернулся, то уже все. А, это бывает, когда успевает. Нормально, сделай. Коллизию надо убрать. Ща. Остановись. Сзади есть кнопка. Зачем-то. Мне просто удобнее гарпун активировать. А. Ты где? Я в сон попал. Я в салон сейчас был. Сейчас подъеду. Прицепление. И правда уже носит немножечко. Так. Сейчас все будет. Осторожно надо. Так? Ну ладно. Ну и еще он может дрифтить. Ну да, из-за того, что на этих простых колесах такие пластиковые покрышки, чтобы как типа шины. Так, ну сейчас я посмотрю, что тут внутри есть, а тут ничего. Пусто. Вообще пусто. Там места очень мало. Даже руля нету. Ну хорошо, давай дальше. Места нет. А когда космонавт будет? Ну, учите. Костюм космонавта. Ну, как его одевать? Да. Нужно вот на эти бирюзовые блоки ставить блоки масла. Ну, вообще но проще. Водить его можно только, если будет его сложение, как у меня. Давай, фиксатор отключай, коллизию. Сейчас я вот этих масел уберу прозрачно. А ты что, на телефоне, что ли, играешь? Да, я не могу все сразу. Так, а теперь нужно кое-что сделать, чтобы мы смогли оба быть в таких костюмах. Стой на месте. Ну ладно. Ну ладно, тебе нужно, короче, прилететь за водопад и там копировать. Там мы сможем вдвое стать такими. А, сейчас. Ну так-то робот просто как полностью как на тело человека садится и все. Сейчас, стой, на месте, я тебе помогу. Нет, я знаю, как это сделать. Нет, я тебе дам специальный джетпак. На, бери его. Он может поднимать тяжелый груз. А стоя по воде может ходить? То как? Он что, летать умеет? Это ховер-робот. Ну да, только над водой. Только на поверхность. Стой, принципе, можно я на тебя залезу? А то мне неудобно так прыгать. Да, поехали. Ну, я не знаю, держишь ты или нет. Держался. Это ховер-робот. Если бы внизу еще огонь был, вот тогда было бы похоже. Ай! Я, конечно, пробовал с факелом, но там он задевает масло, и из-за этого робот ломается. Давай, поехали уже.
Стой. Остановись. Так, ну, у тебя телосложение кубическое, я не думаю, что он налезет на тебя. Поехали. А что, мне обычное телосложение поставить? Хотя, в принципе, мне не обязательно за тобой ходить. Ладно, как сейчас типа изменю обычное... свое телосложение. Как типа обычное, но руки должны быть типа как у лего-человечка. Тело. Теперь назад. А какие брать? Самые бедные. Телосложение, руки, голова там, ноги. Типа, нет, сейчас я беру, я знаю. Вроде бы Роблоксмен. Вот сейчас абсолютно все, кроме рук. А руки как у лего-человечка. Типа у тебя прошлый скин, у него руки такие были. Прошел этого скина. Все, я делаю себя немного худым. Так, ты уже загрузил? Тогда возвращайся на базу. Ой, я какого-то не того человечка сделал. Не, сейчас я нормально сделаю. Это слишком худенький. А где можно свои эти найти? Руки? Нет, костюмы. Как это костюмы? А, уже нашел. Так, сейчас. Все, остается только расседаться. Сейчас я приду тоже. Это кто там пришел? Не, все равно какой-то не такой. Поставь руки и ноги, типа Роблоксмен, они там такие прям округленькие и вот это. Я уже поставил какие-то. Теперь нужно на все эти бирюзовые блоки поставить маску. Ставь сначала, который на 45 повернут. Поставил. Теперь прыгать, да? Да. Ну, конечно, с другого телосложения немножечко, если так налезет, но ладно. Ну, посмотрим, как будет. А тут да, поставить. Подачу вообще не надо. Все, да? Да, все, все. Теперь его сейчас бирюзово надо все удалить. Фиксацию убираем. И стульчик тоже. А, сейчас уберу. Стой на месте. Как его схватить? Все. Ну. Теперь мы с тобой оба роботы. Я немножко не такой, конечно, но ничего. Птичкой. Птичка. Наполовину птичка в скафандре. Это что-то военное там приехал. А что он написал? Фрогджин. Я в будущем, типа, и знак вопроса. Я чуть не понял, что он сказал, ну ладно. Фрогджин. Что-то тут, ну ладно. Так. А тут можно эмоции с помощью него еще делать. О, этот робот умеет махать. Привет. Привет. Прям он повторяет хорошо достаточно. Эти роботы умеют драться, вот смотри. Стой на месте. Не двигайся. А нет, тебе не больно совсем. Ну, вообще любые эмоции может повторять. Почти все. У него вот если еще из плюсов. А что он еще отдача может? Убирается. Типа если стрельнуть, то он вообще не шевельнется. А, ну когда ты просто стреляешь из этой пушки, ты улетаешь там вообще куда-то далеко. А если еще прыгнешь, то вообще в космос. А тут просто так пуф. Да. Ничего. Ну, пушка немного не так стоит. И железо. Но робот очень классный. Так, ну что, следующую постройку? О, не-не-не, не удаляй костюмы роботов. Нет! Сейчас я верну свой скин. Ты какой-то худой. Давай следующую постройку. В принципе. Ай, включи изоляцию. Изоляцию зачем? Ну не мешает он. Он меня только что выстрелил. Ну это, в принципе, не моя постройка, а декор на твою постройку. С эффектами. Сейчас вот. Садись. Ну? Сейчас эффект покажу. Сзади. Эх, бедный Фрогджин, ты его взял в космос запустил. О, она просто иногда багается, это неудобно. Ну так, в принципе, вот. А он тоже хотел свой танчик показать. А что-нибудь будем смотреть? Да, ресетайся. А, на базе тоже можно было остановиться. Ну ладно. Ну, время заняло бы.